Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проводим сельскохозяйственную микроперепись. Примите участие. Зеленая форма, маска и планшет. Переписчика сложно с кем-то спутать. Нина Даниловна Тюленева таким гостям только рада. Пенсионерка и на вопросы ответит, и богатым урожаем похвастается. У нас и огурцы, и помидоры, и горох, и фасоль, и картошка, и кукуруза, и свекла. И я же говорю, все на свете. Мы и садим для этого, чтобы не покупать ничего. И главное, что это все натуральное. Микроперепись стартовала в Курской области 1 августа. За 10 дней специалисты уже обследовали почти половину личных подсобных хозяйств. Общим для всех переписных листов это являются посевные площади, которые по видам расписываются, овощи, бахчевые, там, картофель по культурам, поголовье скота и птицы и еще овощи закрытого грунта. Исследование проходит с использованием новейших информационных технологий. Сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в срок до 20 августа должны будут сами заполнить электронные переписные формы и передать их в Курскстат одним из способов – через систему веб-сбора, либо через специализированных операторов связи, либо на бумажном носителе. Микроперепись продлится до 30 августа. Предварительные итоги подведут в конце года. На их основе будет дана оценка сельскохозяйственной структуре региона. Станислав Костиков, Алексей Еременко. События дня.